Всем привет! Вы на канале Автодом и Дом на колесах. Сегодня мы познакомимся с караванами российского производства, у которых все удобства внутри. Этот класс туристических прицепов становится у нас очень популярным благодаря легкому весу, легковой категории и компактным размерам. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Первый в нашей подборке – караван «Лиса». Обрезанные свесы жилого модуля как бы намекают, что можно спокойно съезжать с асфальта. Стены из сэндвич-панелей. Внутри есть туалетная комната со всеми удобствами. Кухня с плитой и мойкой. Гостиная на четверых трансформируется в большое спальное место на двоих. В задней части детские двухъярусные кровати. Есть компрессорный холодильник, множество полок для посуды, продуктов и личных вещей. Автокемпер сам изготавливает двери, окна и люки для своих прицепов. Снаружи есть отсек для газового баллона, багажные рундуки. Дизайн «Лисы» простой и функциональный. Все окна и люки двойные, оборудованы антимоскитными сетками и шторами. «Грасхоппер» предлагает дизайн практически европейского уровня. Внутри тоже все удобства, но просторнее, чем в «Лисе». Гостиная тоже складывается в спальню, которая к тому же отделяется шторой. Заметьте, есть гардероб, на выбор автомобильный или встраиваемый холодильник. В туалетной комнате все удобства, включая встроенный кассетный биотуалет, горячая вода готовится в электрическом бойлере. В задней части еще одна столовая группа, которая превращается в кровать. Много трансформаций. Это очень удобно для путешествий с семьей. Московская компания Family Campers предлагает очень крепкие караваны, проверенные на российских дорогах. Планировка повторяет две предыдущие. В задней части два яруса кровати, и на каждом есть окно и светильник. Трансформации возможны под заказ. В кухне большие крепкие ящики для посуды, продуктов. Гостиная тоже превращается в спальню. В туалетной комнате душевой поддон, умывальник, душ. Установлен проточный газовый водонагреватель. В потолке люк с вытяжкой и освещением. Компания очень гибкая и охотно работает с индивидуальными заказами домов на колесах под различные задачи. Кемпер, который построил Джек, или просто Кемпер Джек, повторяет общую концепцию легких семейных караванов. Здесь нас ждет просторная и светлая гостиная спальня. Небольшой кухонный стол с оборудованием под заказ. Есть холодильник, множество ящиков и полок для хранения вещей, продуктов и посуды. Предлагается автономная электросистема, водоснабжение, отопление. В наличии душевая комната с биотуалетом и умывальником. Стоит отметить, что внутри светло и просторно. Прекрасный вариант для семейных путешествий, благодаря детской кровати. Планировка обсуждается, возможен индивидуальный заказ. Мечта 340Т от Порошин Кемпер. Караваны строятся фактически вручную, поэтому заслужили хорошие отзывы от покупателей. В задней части может быть одна или две детские кровати. В кухне стандартно газовая плита, мойка, холодильник. Под заказ может быть даже вытяжка. Есть куда сложить кухонные принадлежности. Основная спальня, в зависимости от пожеланий, может быть стационарной или трансформироваться в гостиную. Благодаря большим окнам в салоне светло. Есть антимоскитные сетки и шторы. Нашлось место для гардероба. В туалетной комнате все удобства, включая встроенный биотуалет, душ, умывальник. Тут редкий случай, когда есть и окно. В переднем рундуке поместится много полезного груза. Здесь же стоит газовый баллон и топливо для дизельного обогревателя. В
одном из следующих выпусков мы покажем еще 5 моделей легких прицепов от российских производителей. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. С нетерпением ждем ваших комментариев по поводу сегодняшних моделей в подборке. Какую взяли бы себе?